А это заехал в Турции магазин, тут продают кассетную рассаду и Мурана. Один кустик, одна лира. Укоренившиеся, видите, они пришпилили ее. То есть в кассете вы укореняли, да, получается? Не, я говорю, это пришпиливали проволочкой усик, да? И возле кустика выращивали. Ну вы молодцы. Это, блин, целую кассету возле кустов они пришпиливают. То есть не как мы кассету ус обрезали, воткнули, а они каждый усик пришпиливают и укореняют возле куста. Во, блин. Ну тут семена продают. Это папайя. Это папайя? Это папайя. В Россию нельзя такую, наверное. Сколько доллар? Один папайя. $1. А удобрения покажи, какие пользуетесь. Вот такие, да, удобрения у вас. $15.530. Микс. 12.61.0, нифига себе. Это фосфорная, прям мощная какой, а? НПК у него. 16.8.24. Ну и все. Привитые баклажаны. Представляете, они баклажан прививают. Прививка, да? Офигеть. А это что? Что? Море. Блин, нифига. Jet Soil. Органическое что-то. А, гибридин, да. Гибридин? Гибридин? Гибридин это? В общем, они меня не понимают. Я их не понимаю. А это, а, ну это, наверное, эти. Упаковывать в это, да? Ну тут у ребят вот. Салат. Салат, да. Салат. Томат. А как он выращен? Это из семян? Салат. Из семян или из чего? Или... Ладно, сейчас я через переводчик спрошу. Бивер. Бивер, салат, салат, бивер. Бивер. Да.